good. Это Софья. Я узнала правду. Я хочу поговорить с тобой. Но это не телефонный разговор. Хорошо. Где? Ну, нам надо найти уединенное место. Ты знаешь нефтяную вышку Кэпсула? Да, знаю. Может быть, там? Хорошо, когда? Может быть, сегодня вечером, часов 8. Мне нужно немного подумать. Отлично. До встречи. Пока. Обманщица. По крайней мере, признай, что ты украла моего сына. Сына Лайнела. Да, сына Лайнела. Сядем, Минк. Ты не уйдешь, не поговорив со мной. Лет назад Лайнел решил остаться капустой. Сделав это, он потерял право вмешиваться в мою жизнь так же, как и ты. Этот ребенок был только моим. Я вышла замуж за Сити Кэпсула и дала ребенку его имя. Не сказав правду о ребенке ни ему, ни Лайнелу, так? Тебя это не касается. И тогда не касалось. Он мой внук. Он мой сын. И я поступала, как считала нужным. Я тоже. Ты украла его. Ты украла его у матери. Ты украла его и отдала чужим людям. Ты навсегда изменила его жизнь. Если ты до сих пор не поняла, ты ненавидела. Ненавидела Кэпсула стать Господом Богом для этих двух детей. Ты сделала, что хотела 26 лет. Но теперь я вернула своего сына. Если мне удастся, я буду держать его подальше от тебя. Не забывай, София, только благодаря мне твой сын остался жив.